Вітання всім глядачам нашого YouTube-каналу. Мене звати Катерина Федотенко. Моя гостя сьогодні – це Ольга Курносова, російська опозиційна діячка. Пані Олю, рада вас вітати. Вітаю. Давайте розпочнемо з теми, звісно, що з послання російського диктатора Володимира Путіна до федеральних зборів Російської Федерації. Вже з'являється інформація про те, що відбудеться це послання ближче до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ви думаєте, відповідно, у 20-х числах лютого, як ви думаєте, що може прозвучати в цьому посланні, що може заявити нового президент Путін? Мы уже столько раз ожидали каких-то его судьбоносных заявлений, и каждый раз ничего такого не звучало. Понятное дело, что все-таки годовщина войны, которую они почему-то решили назвать специальной военной операцией, она требует подведения каких-то итогов. Поэтому хочешь не хочешь, тем более, что весь этот год он отменил большую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию, поэтому ему придется что-то говорить. Вопрос, много сейчас предположений, что вот эта концепция народной войны будет провозглашена и там полная мобилизация, но, честно сказать, по поводу мобилизации я не думаю, что он будет будет объявлять полную мобилизацию, потому что, во-первых, та, которая формально, чисто формально называется частичной, позволяет призвать всех и столько, сколько они захотят, потому что там нет никаких ограничений. То, что в каком-то секретном пункте, про который никто точно не знает, написано, сколько надо призвать, и они говорят, что типа они этот план выполнили, но на самом деле указ продолжает действовать, поэтому на самом деле действительно можно продолжать призывать и призывать. Причем там нет никаких ограничений. Ни по возрасту, ни по здоровью. По большому счету призвать можно любого россиянина, у которого есть военный билет. А таких очень много. Не по военной специальности. Помните, вначале говорили, вот будут только с определенными военными специальностями. Ничего подобного. Вот кого смогли, того и призвали. Поэтому как-то еще усиливать, да, им это просто не нужно. Если бы у них все методы призыва исчерпались бы, но они тоже не исчерпались, потому что лучше всего у них получается через работодателей призывать, да, когда просто человек приходит на работу и на работе получает повестку. Я думаю, что именно так и будут продолжать, чтобы все-таки каких-то вещей публичных, да, чтобы на улице винтили, куда-то тащили, чтобы могли прохожие снимать, они постараются это избежать. Поэтому я думаю, что это будут опять какие-то общие слова, опять про то, что мы противостоим всему Западу, мы самые правильные, мы там интернационалисты, мы боремся с империалистами, вот это вот все бла-бла-бла, и снова повторит, может быть, там в какой-то новой оболочке. Я обратила бы еще ваше внимание, что там, во-первых, 23 февраля, это же выходной день, еще один выходной день перенесли с января, поэтому россияне будут там отдыхать целых 4 дня. Так что и вот как раз перед этими 4 выходными Путин их должен осчастливить своим выступлением. Тобто перед 24 лютим. В такому випадку, як ви думаєте, можливо оголошення війни і, можливо, нарешті назве речі своїми іменами, не спеціальна воєнна операція, як вони полюбляють казати і офіційно називають, а фактично, чи може йти мова про оголошення війни? І друге питання стосовно того, можливо, оголошення нової наступальної операції, на яку зараз фактично не чекаємо, але прогнозують експерти. Если у них получится действительно что-то сделать до 24 февраля, чтобы он мог уже отрапортовать, конечно, они сейчас пытаются всеми силами хоть куда-то еще продвинуться, чтобы можно было сказать, что основные цели достигнуты, например. И вы же видите, как активно опять, особенно в западных СМИ, стала муссироваться тема переговоров. Да, прям вот
уже кто только про эти переговоры не говорит, что и тут общественное мнение против предоставления Украине вооружений, и там общественное мнение против предоставления Украине вооружений, и какой-то аналитический доклад в Соединенных Штатах появился, что надо обязательно обязать Украину, чтобы о чем-то они договаривались. Вот совершенно очевидно, что, как теперь модное слово есть, ИПСО, что такое ИПСО по поводу необходимости переговоров, оно, так сказать, сейчас происходит, такая накачка общественного мнения. И понятное дело, конечно, год войны – это очень много, и для всех это очень тяжело. В первую очередь для украинцев это очень тяжело. И психологически это очень тяжело. Поэтому вот на эту усталость психологическую всячески набрасываются эти идеи, что ну надо уже, ну надо как-то прекращать, потому что выиграть невозможно, война на истощение, она ни к чему не приведет, поэтому надо договариваться уже сейчас. Вот могли бы договориться в марте, и вот ничего бы этого не было. И эта тема, ну, только что из утюга она еще не звучит, а так она отовсюду уже звучит. И, собственно, мы понимаем, что до 24 февраля остается уже меньше месяца. И если бы вот с помощью этой информационной операции им бы удалось, так сказать, выйти на какие-то переговоры, конечно, Путин бы о них объявил. Но что касается объявления войны, я в это не верю. Почему я в это не верю? Потому что объявление войны – это практически признание, что то, что происходило год, полностью провалилось. Не то, что никакие цели не достигнуты, да, они, собственно, не сделали ничего, и поэтому приходится переименовывать специальную военную операцию и называть вещи своими именами, то есть войну. Но он-то все время говорит, что не-не-не, все идет по плану. А объявление войны – это признание, что все идет не по плану. И были ли планы, мы вообще не знаем, какие планы мы были тоже. Они у них меняются чуть ли не каждый день. Поэтому я не верю в объявление войны. Но, конечно, что-то придется ему говорить. Хотя там уже никого не осталось, кто мог бы задать вопросы, но все равно с точки зрения пиара на внутреннего потребителя что-то придется сказать. Кому, на вашу думку, вигідно педалювати тему перемовин? Тому що Україна однозначно свою позицію щодо цих перемовин висловила достатньо давно. І, в принципі, західні партнери – принаймні публічно підтримують Україну в тих тезах, які ми висловлюємо. Це, зокрема, перемовини можуть бути лише при виконанні української формули миру. Одною з умов якої є те, що Росія повністю виводить свої війська. Путін на це не погоджується, але в цілому. Путіну зараз вигідно педалювати тему перемовин, тому що всі говорять про те, що йому зараз вигідно затягувати якомога довше цей конфлікт. Точніше, війну. Ну, смотрите, конечно же, если бы не они вкидывали тему переговоров, то кто бы их вкидывал? Понятное дело, что война на истощение, она тяжела для обеих сторон. И сказать, кто больше теряет при войне на истощение, очень сложно. Тем более, что, по большому счету, у России только собственные ресурсы, а у Украины есть ленд-лиз. И Украина может опираться все-таки на некий объединенный западный ресурс, который составляет большинство, ну, большую часть мировой экономики. Это все страны большой семерки и многие еще страны, которые не входят в большую семерку. Поэтому вот этот совокупный экономический потенциал стран, которые Украине помогают, он, конечно же, не то что в разы, он в десятки раз выше, чем вот этот экономический потенциал России. Поэтому, конечно, Кремлю война на истощение на самом деле невыгодна, потому что быть уверенными в результате они никак не могут. Даже при всех допущениях, что Путин окончательно утратил связь с реальностью, но не до такой же степени. Считать он все равно умеет. Поэтому они все усилия направляют на то, чтобы расколоть единство, ну, хотя бы Европы. Отсюда все, собственно, что называется, друзья России, хотя там тоже не все так хорошо получается, да, Сербия уже говорит практически в другую сторону, Венгрия, ну, разве что одна Венгрия осталась.
Что касается Турции, ну, у Эрдогана выборы, поэтому он, конечно, играет свою игру. И что будет после выборов, мы не знаем, какую он займет позицию после выборов. Сейчас сказать сложно, да, потому что сейчас его аж даже кто-то выдвигает на Нобелевскую премию мира за его миротворческие усилия. Поэтому, собственно, понятно, что сейчас происходит в турецком политике. Так что я не вижу никого, кто бы сейчас мог обеспечить Кремлю даже какой-то переговорный потенциал. Да, с точки зрения пиара можно, конечно, говорить про какие-то несколько африканских стран, но это же был просто смех, когда я забыла, Свазиленд переименовали, поэтому я помню Свазиленд и не помню новое название. А, собственно, король Свазиленда, который является абсолютным монархом, тут внезапно по поручению Путина туда поехал Лавров. О чем договариваться он туда поехал? Вы удивитесь, о безвизовом режиме со Свазилендом. Но король Свазиленда, который, между прочим, сидит у власти даже больше, чем Путин, с 86 года Путина послал. И, соответственно, без виз у них только у дипломатических работников, у людей с зелеными паспортами. Ну какой может быть без виз у людей с зелеными паспортами? Он и так всегда без виз. Потому что дипломаты въезжают без виз. Так что даже король Свазиленда, собственно, Лаврова послал. Так что, конечно, с международными отношениями у России сейчас совсем плохо. Свазиленд нынче Эсватіні. Да, Эсватіні, точно. Я стосовно в контексті нашої розмови про ймовірні перемовини і наштовхування України до цих перемовин Російською Федерацією, звернула увагу на те, що кілька днів тому, як ви справедливо відзначили, вийшла стаття The Wall Street Journal з такою назвою «Абрамовича стається приємлімим для Москви і Києва посередником в переговорах». І сьогодні, я думаю, ви також ознайомилися з інформацією, в якій російський олігарх Роман Абрамович планує передати Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які він отримує за продаж футбольного клубу Челсі, пише видання The Telegraph. Ну, по-перше, це співпадіння, і до чого взагалі, навіщо зараз взагалі така активність виникла з боку Абрамовича? Ну, все-таки будем честными, і Абрамович з самого начала був активен в цих переговорах. По большому счету, конечно же, российские олигархи теряют от войны больше всех, потому что те, у кого ничего нет, да, ну что могут потерять? Могут потерять, конечно, свою жизнь, жизнь своих близких, но у олигархов, что называется, миллиарды и не одни. И имущество, и чего там только нет. Собственно, вот Абрамович клуб Челси из-за этого потерял. Поэтому, Він, конечно, здається, ще до повномасштабної війни после 2014 года. Он после 2014 года, да? Понятное дело, что санкции начались же раньше. Да? Это сейчас просто их такое море, что уже даже ничего сказать там уже нельзя. Понятно, что давление санкционное началось раньше, и терять они начали раньше, но когда уже случилось 24 февраля, все те, которые окончательно не утратили разум и не были настолько трусливыми, чтобы вообще сидеть и ничего не делать, да, все-таки как-то пытались что-то делать. И в этом смысле, да, Абрамович, как мы помним, Александра Роднянского он привлек к этим переговорам, да, и по большому счету сейчас Москва все время говорит, что вот в марте почти договорились. Ну, нет, то есть они думают, что мы идиоты, и мы не помним, что когда какие-то наметки по переговорному процессу в марте начались, Мединского, который возглавлял российскую делегацию, все заклевали там, начиная от Кадырова и кончая там, уж я не помню кем. То есть его только ленивый не пинал. Собственно, ровно поэтому все переговоры тут же и обломились. И, собственно, мы прекрасно помним, что писали даже о том, что Абрамовича пытались отравить. И, да, я бы тоже не удивилась. Так что да, есть интересанты, и не только среди олигархов, а среди властной российской элиты есть интересанты,
закончить это безумие, да, но по большому счету я совершенно согласна с тем, что говорит Владимир Зеленский. Пока Путин у власти, я не представляю, как это можно закончить. Поэтому, конечно, те, кто пытается что-то делать, должны что-то сделать с Путиным, чтобы он либо ушел сам, либо его как-то убрали. Потому что я не представляю, чтобы Путин встал и сказал: а вы знаете, мы все, нет, устал-то он может сказать, но сказать, что мы все задачи выполнили, поэтому выводим войска, я вот как-то это себе не представляю. Але повертаючись до випадку з Абрамовичем, якого називають прийнятним для Москви та Києва посередником в перемовинах, після випадку і цієї заяви, що він готовий 2,8 мільярдів доларів віддати Україні, як ви думаєте, що яка реакція від Москви буде слідувати? Чи залишається він прийнятним для Москви в ймовірних перемовинах, і що можуть зробити? Будуть оголошувати і відкривати кримінальне провадження? Ну, Москва большая, поэтому для части Москвы, наверное, он вполне себе подходящий. А для части, для какой-то группы кремлевских деятелей, наверное, он и раньше был неподходящий. Поэтому, на самом деле, если говорить серьезно, то уже сегодня нужно обсуждать многие вопросы, которые возникнут потом, после Путина. Ну, например, очень важный вопрос репараций. Да, собственно, уже сегодня нужно говорить о том, как их подсчитывать, как их выплачивать и так далее и тому подобное. Потому что лучше понимать, как это делать сейчас, чем потом бодаться по этому поводу годами. Угу. З'явилась також сьогодні інформація про те, що Путін в компанії Пригожина і Кадирова збирається їхати до Волгограду і вже повідомляють, що там місто посилено патрулюють і готують нібито на честь святкування 80-ліття перемоги в Сталінградській битві. Як компанія, яка їде зараз в Волгоград, чи означає це, що це люди з найближчого оточення Путіна і фактично його команда, і люди, яким він зараз найбільше довіряє? Пригожин і Кадиров. Это означает, что это пиар, абсолютно пиаровская история. Как нам скажет профессор Соловей, что, может быть, даже это и не настоящий Путин туда поедет, а кто-то из его двойников. Что касается Пригожина, то Пригожин в последние дни получил очень много сильных ударов. Собственно, у него была то ли очная встреча, то ли телефонный разговор с Путиным, где ему запретили критиковать Шойгу и Герасима и вообще военных. И его возможности медийные, ну, возможности медийные остались, а то, что он может говорить, вот этот резко сократилось. И более того, даже его старый враг, губернатор Петербурга Александр Беглов, и его запретили тоже критиковать. Он набросился на Стрелкова в отчаянии, но Стрелков тоже как-то от него достаточно ловко отбился. Поэтому, если действительно такая поездка состоится, то, видимо, это некий пиаровский ход, ну, раз ты выполнил мои указания, ладно, так и быть, я тебя немножко приподниму, потому что, конечно, ставки Пригожина после вот этих, этих историй, они начали падать. А навіщо їх піднімати? Зараз так само, мені здається, ці ставки почали падати після інформації української розвідки про те, що Пригожин нібито не контролює своє приватне військове формування, цю ЧВК Вагнера, і насправді він займається виключно політичним піаром та фінансуванням цієї структури. Чи... А, конечно, если это его структура, то как же ему не заниматься ее финансированием? Это как раз понятно, что касается пиара
то так как у него есть хорошие собственные медийные возможности, то он тоже всегда им занимался. Астасьян Другое дело, что вот я еще раз говорю, какое-то было время, когда казалось, что для него нет запрещенных тем. То есть он не трогает только Путина, а всех остальных там чуть ли не матом кроет и, так сказать, бегает с кувалдой и всем готов настучать по голове. А сейчас перечень запретов достаточно большой, и поэтому внутри вот этих кремлевских раскладов его акции резко упали. Поэтому, видимо, для того, чтобы сохранить равновесие, да, и чтобы он не обнулился полностью, его и берет Путин с собой. Поэтому тут это любимая игра Путина, когда сдержки и противовесы, когда он не хочет опускать какие-то группы влияния полностью. Тем более, что Пригожин не один, надо понимать. А по большому счету, с той же стороны играет заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, секретарь «Единой России» Андрей Турчак. Да, это тоже игроки из того же блока, из той же группы интересов, что и Пригожин. Сьогодні наткнулася на цікаву інформацію, і цікаво, як ви прокоментуєте її, тому що тут вже в Госдумі збираються присвоїти українській поетесі Лесі Українці статус іноагента, а також знести всі її пам'ятники і на місці цих пам'ятників поставити нові. Ви вже знаєте кому? Нет, еще не смотрела, не видела такую замечательную новость. Кто же Значит, это? автор идеи пан Гурульов пишет. Ну Он да. сколько у нас классных хлопцев у Пригожина и Кадырова. Орлы. Можно сделать памятник комусь, кто особливо відзначився, скажем, в Солидаре. А можно взагалі композицию. Пригожин и кілька его бійців. Ну, но мне кажется, конечно, вместо Леси Украинки, конечно, надо ставить памятник Пригожину. Это вот Гурулев, конечно, можно вместе с Кадыровым. Мне кажется, вот это должна быть такая скульптурная группа. Пригожин в обнимку с Кадыровым, а у ног, я не знаю, какая-нибудь там собака Путина, например, ныне покойная. Ну вот что-то такое. Мы с Мухтаром на границе. Собственно, я понимаю, откуда взялась идея сноса памятников Лесе Украинке, потому что именно памятники Лесе Украинке стали такими символическими местами, куда жители Москвы и Питера стали нести цветы после трагедии в Днепре. И, собственно, так как каждый день происходят какие-то трагические события, вот этот поток людей и цветов, он не прекращается, и несмотря на то, что людей сажают, кого-то там даже на сутки уже посадили за возложение цветов, люди все равно приходят, и эти цветы их уносят, а цветы снова появляются. И по большому счету, наверное, так сказать, ума Гурулева на больше не хватило, как предложить памятник снести. Ну, действительно, нет памятника, будут мучиться, куда возлагать. Единственное, что он не соображает, что, во-первых, есть, например, стелла городов-героев у могилы неизвестного солдата, туда можно возлагать. И вообще много есть мест. Сколько бы они ни сносили, всегда найдутся места, куда люди будут ходить. Поэтому лучше, мне кажется, на вынос приготовиться Гурулеву, Пригожину и Кадырову. Вот это будет гораздо лучше для всех нас, россиян. Ну, я думаю, что и украинцы об этом тоже не будут жалеть, если мы их всех вынесем. Просто ще цікавий нюанс – це присвоєння Лесі Українці статуса іноагента. Це, здається, трішки… Ну, это вообще… Ну, у Гурулева периодически какие-то настолько бредовые мысли появляются, что тут даже как бы и комментировать-то нечего, но, тем не менее, он депутат Государственной Думы, и вот такие они, наши депутаты. Вот, что называется, пока такая власть в Кремле, вот такие странные люди, если не сказать хуже, у нас находятся в Государственной Думе, и это очень плохо для страны. Дуже дякую вам за цю розмову, спасибі, що знайшли час і поспілкувалися з фабрикою новин. До побачення.
До побачення, друзі. Це була Ольга Курносова, російська опозиційна діячка. На цьому я ставлю крапку і закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його. І звісно, що якщо є змога і бажання, ознайомтеся з усіма деталями в розділі спонсорство, і таким чином ви зможете підтримати наш YouTube канал, наш проект і отримати певні бонуси і для себе. Дякуємо за те, що ви з нами.